Приветствую всех наших второй раз. Это басист нашего урока, наши ребята. И вот сегодня нам поможет Жавид. Приветствую. Чтобы я сразу согласился помочь. И Ярослав тоже помог нам расставать листы. Окей. И приветствуем, конечно, и все, как один ваше имя, приветствуем наших зрителей, Наташем, которые месяц и Рул хотят быть с нами. Вот по-русски чува – это возвращение, да? Есть на самом деле два значения – это возвращение. Лашув – это вернуться, а также ответ. Чува – это ответ. Но мы сейчас только посмотрим именно в смысле возвращения. То есть, мы задаем иногда себе вопрос, что от нас хотят, да, в этом месяце, чтобы куда вернулись. И казалось бы, нам не очень-то хотелось бы вернуться 200 лет тому назад, на Галут, правильно? Согласны? Потому что там было не по себе, это не наша страна, не наше место в Галуте. Были евреи, в общем-то, очень зависимы, и были уверены в своей жизни. Поэтому, несмотря на то, что в духовности там было много праведников, тем не менее народ страдал. Ты не дома. Да? И поэтому нам туда не хотелось как бы вернуться. И рады, что мы сейчас, Барух Ашем. Здесь. Можно сказать, вернуться в Израиль, то есть есть галутское еврейство, которые еще не вернулись. Это да, это первый, там Рав Кук тоже это подчеркивает, первый, один из первых главных возвращений, вернуться к своей жизни, своей стране, своей земле, своему языку, к своему народу, своей Торе, своей духовности. Вот это да, это правильно. Вот. Но, может быть, кто-то подумает, может вернуться в Ган-Эден, а? Как вам кажется? Допустим, месяц Элул. Или хотелось бы вернуться в Ган-Эден? Как вы скажете? Что там делать? Что там делать? Хороший вопрос. Но там написано «Леорда ушомра», то есть, что Всевышний дал задание человеку, чтобы работать там и хранить Ган-Эден. Хотелось нам вернуться в Ган-Эден? Да, конечно. Конечно, опять почему? Не знаю, там умиротворенность, по-моему, какая-то. Спокойствие, да? Да. Нет такой фактической такая суматоха, да, борьба постоянная за существование, да? За работу, да. Сейчас пока все красиво, хорошо, все вечно, там рядом с тобой. Но я вам скажу, это на самом деле Ган-Эден нам напоминает в личном плане, когда человек еще был зародышем в утробе матери. Вот это Ган-Эден, был какой-то, это все было хорошо, все было прекрасно, все было обеспечено, все было защищено. Умиротворение, ты говоришь, это там дело. Вот. Или мы хотим вернуться туда? Сейчас твое время. Но мы вышли оттуда, мы вышли на большой мир. Мы хотим теперь этот мир преобразовать хороший, гармоничный. Это не маленькая работа. Да. Во всяком случае, и надо задавать вопрос. Чува – это возвращение назад или возвращение вперед? Что есть перевод тоже. Чува – это развитие. Чува – это развитие, раскрыть свой потенциал. Это есть чува, то есть у тебя есть какой-то потенциал, который Всевышний дал у тебя в начале, и к этому ты вернешься, когда раскрываешь самого себя. И вот в этой связи, ребята, я предлагаю вам спеть песни, только возьмите инструменты, чтобы это слушатели не сказали, что слабовато тут оркестр. Thank you.
Есть известная песня Рав Шломо Карлебах, трубадур нашего времени. Хадешамену, обнови наши дни, как это было прежним. То есть получается одновременно, как будто возвращение, но к идеалам. То есть обнови наши дни, мы, конечно, не хотим быть первым храме. Был очень высокий храм, там был, самое дело, присутствие Всевышнего, как мать для ребенка, мама же близко. Мы сейчас немножко отошли уже, допустим, мы находимся уже не дома, не в школе, мы в общежитии, уже не дома. Так вот и говорится, верни нас, Всевышний, мы вернемся. Вернемся к тем идеалам, которые перед нами. Окей? Йофиас, давайте мы сейчас посмотрим Рав Кука. Только давайте еще раз, просто этот куплет еще раз споем. Делать какие-то гастроли, хотя бы доиграть, я не знаю, куда поехать. Окей. Значит, мы в самом деле думаем, хотим развиваться в личном плане, в плане Израиля, всего мира. Вот. И нам нужно иногда, и нам требуется поддержка. Теперь давайте посмотрим эту статью. Давид начнет нам читать, и потом я буду приостанавливать чуть-чуть. Да. Рав Кук из книги «Свет возвращения». Когда человек забывает свою собственную душу... Немножко громче. Когда человек забывает свою собственную душу, когда человек не хочет и отвлекается смотреться в глубокие недра своей жизни,
тогда все становится запутанным и сомнительным. Главное – чува, которая сразу осветит тьму, когда человек вернется к самому себе, к корню своей души, и этим сразу приблизится к Всевышнему, к душе всех душ. Пойдет он все дальше и поднимется все выше и выше в святости, в жизни и в чистоте души. Как это происходит, что человек забивает свою собственную душу? Зачем это происходит, такая вещь? Немножко нам приходится обратиться к хасидизму. Хасидизм, там известно, что когда человек только маленький, значит, или то ли мама кормит его теплой семье, там родители, да, которые заботятся о нем, так все хорошо, все отлично, окружение любящее, это моя жизнь. И да, я могу как будто бы даже не знаю еще, насколько личность уже раскрывается, но во всяком случае получаем всю эту поддержку от родителей, они скажут, ты лучше всех, ты рисуешь самые красивые рисунки в саду, да, и ты красиво всех поешь, или действительно всех бегаешь. Во всяком случае, получает полнейшую поддержку. Еще не совсем раскрывает свои способности, да, свои возможности. Какое-то очень теплом, защищенном окружении. Вот. И в этом окружении, на самом деле, можно раскрыть, кто я, что я, что я могу. Вот. Но когда человек выходит из этого окружения и приходит в окружение, допустим, в школе, например, да, известный очень психологический эксперимент и результат в Америке, там они с ума сойдут, они делают на все, изучают и делают мехкары, например, не помню, что такое мехкара. Там они нашли, что до школы каждый ребенок там улыбается или смеется приблизительно там, не помню сколько, но было очень высокая цифра, что-то 2000 раз в день. Улыбки и смех. А когда в школе там посчитали по мере, там осталось только 5 из этого. Да, потому что уже, понимаешь, уже совсем другая сфера, там уже идет борьба, там идет кто за кого, кто с кем, я с тобой дружу, я с тобой не дружу, потом кто быстрее, кто сильнее, уже раскрываются свои силы, да, и значит, свой эго, своя личность, и это очень важный этап, несомненно, развитие личности. Не только вот, физическое выживание, но личность, да, проявляется. И в этом, но в этой сфере приходится уже немножко, иногда приходится отказываться от себя. Почему? Потому что человеку очень жизненно важно, что в этой сфере его принимали, получили, чтобы как это, так, получается, как будто в кавычках дом, или как опять это домашнее окружение, но в этом окружении нет этой гармонии. И поэтому мы зависимы в любом окружении, да? Мы независимы, потому что законы выживания говорят, что я должен быть в этом окружении, даже должен здесь найти свое место, надо, чтобы меня принимали. Надо, чтобы меня оценили, надо, чтобы меня поддержали, да? Вот это окружение очень-очень критично для меня, я живу этим, окей? И поэтому, если в этом окружении будут какие-то ценности, или какие-то нравы, или какие-то направления, которые не подходят мне, да?
я не могу ничего сделать, потому что я обязан быть здесь, я живу здесь. И тогда человек бывает, может забивать себя. И идти туда, куда все идут. А что, я остаюсь снаружи, что ли? Если я остаюсь снаружи, я остался ни с чем. Поэтому я могу идти, особенно в подростковом возрасте, ребята могут идти все, как один, куда-то не туда. Потому что если ты не ты скажешь на ребята, что ты уже ты не с нами, ты уже выше. Таким образом, это вот начало и причина, первая причина, что вот в этих окружениях, это пускай будет друзья, школа, потом работа, да, и уже ты не можешь быть самим собой. Окей? Вот. Но когда человеку приходится приспосабливаться, да, задобрить, там всякие есть техники, как все-таки меня принимали. И тогда, собственно говоря, человек как будто начинает забивать, кто я на самом деле. Вот. Ну и Рафу говорит, окей, ничего не поделаешь, ты должен находиться в разных окружениях, не гармонично. Но ты, тем не менее, осознай, где ты находишься и кто ты, и вернись самому себе, и это будет тебе хорошо, и всем будет хорошо. Окей? Пойдем дальше. И это правильно как для одного человека, так и для целого народа. Также для всего человечества, и более того, для исправления всего мира создания. Ведь проблема начинается, когда забываешь самого себя. Окей. Травку, которая распространяет дальше. Но нас интересует, конечно, прежде всего само себя. Но мы видим, например, в Израиле очень важный момент понимания сегодняшней ситуации в Израиле, что как раз левые правительства, которые левые вообще все эти 200 лет, значит, нерелигиозные, они делали огромнейшую работу, подняли страну, создали население, армию, отвоевали страну, в общем, создали невероятно сильные государства. Это все очень хорошо, но на этом останавливается, то есть они говорят, теперь мы как все, особенно как Запад, как Швейцария, как Америка. Таким образом, Израиль на каком-то этапе начинает забивать само себя. Да? А никакой это самое не нужно мащехизм. Надо, чтобы была наша страна очень богатая, обеспеченная и страна, как Запад. Мы как все. Нет такого, как все. Каждый совершенно идентичный личность, совершенно особый личность. Тем более, если мы говорим об Израиле, это сверхособый. Потому что он лично для своего проекта, значит, ему надо было кто-то, который в человечестве представляет его интересы в своем проекте. Вот это мы, которые мы работаем над этим. Поэтому ты не можешь сказать, что мы как все. Мы не как все. Мы должны вернуться к себе. И вот это правое лагерь, в общем-то, хочет, чтобы изменилось и в судопроизводстве, и в образовании. Вот. И вот эти две линии, правый и левый, должны объединиться, чтобы была тут, в общем-то, страна Творца. Таким образом, это касается и всей страны, вернуться к самому себе, и даже всего человечества, да? Чтобы или человечество тоже только будет думать, что самое главное, чтобы у меня был хорошая машина, хороший телефон, и, допустим, мог ездить каждый год за границей, был хороший дом с бассейном. Окей, или это все, то, что человеку нужно.
дали человечество нужно. И просто богатство, да? Богатство и все обеспечивает всех удовольствий, всех потребностей. Или это все? Нет, это не все. Человек бил, как мне говорят, Ганедна. У него была ответственность за все живое, все живое природа. Вся живая природа должна преобразоваться, и все весь Вселенная, как человек большой души, который вместе с Творцом идут к заполняют бесконечность жизни. Таким образом, ты не можешь сказать, что самое главное, что мне было кеф, сабаба и все больше ничего. Окей, человечество тоже забивает само себя. Вот. И так и даже там пишется, да, всего мира. Окей, дальше. Если человек скажет, что желает он вернуться ко Всевышнему, а самим собой не хочет заниматься, чтобы вернуть себе все потерянное, это будет чува самообмана, которым вдобавок произносит имя Всевышнего попросту. Очень важный момент, ребята, особенно для религиозных, которые не все религиозны в какой-то мере, я ничем не говорю, я тоже религиозный, хочу вам сказать. Но когда человек иногда говорит, у него месяц его, я делаю чува, именно религиозные чува, я все буду делать, да, и, как говорится, буду хороший, только Всевышний мне записал книгу жизни. И меня больше не интересует ничего, что со мной, как я имею в виду, какие у меня интересы, это мне это не важно. Единственное важно, я хочу служить Всевышнему и все, больше ничего. Буду учить Тору, делать Мицвот. Сам и говорит Рав Кур, это самообман. Меня не интересует, что со мной, что тебя не интересует, что говорит. Это Всевышний дал тебе жизнь, дал тебе свою личность, чтобы именно ты мог делать свое, и не что-то размытое, одинаковое, как все. Именно свое, что у тебя есть особенно. Совершенно неповторимое. И не только в этом поколении, там 8 миллиардов людей неповторимые, а вот 14 миллиардов лет все существование по науке мира неповторимые. Ты неповторимый. Ты нужен сейчас. Okay? Поэтому не заниматься самообманом, все пропустить через себя. И Тору, между прочим, Тору тоже, потому что любая халаха, любая Тора, любая Мишна, которую мы читаем, это не одинаково для всех. Это совершенно друг, каждый чувствует и понимает по-другому. Как говорится, своя буква в Торе. Окей. Поэтому только возвращаясь по-настоящему самому себе, вернется человек и народ, все человечество и весь мир к Творцу, к свету, к жизни, заполненным светом счастья. Окей, мы читали конца. Это и есть тайна света Машиах, проявление душа мира, и свет Всевышнего освещает тогда человека, чтобы начинать жизнь Кодыш с бесконечным развитием. Окей, значит. Как только человек в самом деле начинает осознать, да, что он хочет на самом деле, что он хочет на самом деле, и как человек все хочет. Вот. Но как и у него в самом деле послание в этом мире, что он пришел в этот мир делать, давать, тогда этим сразу становится близок к Творцу, потому что Всевышний он послал его. Окей? И тогда на каждом уровне, да, и каждый человек, каждая семья, и Махон Маир, и Израиль, и все человечество, когда будет такой подход, тогда открывается, на самом деле, движение, как говорится, Вене на Всевышний и обнови наше время бесконечное развитие. Давайте мы споем сейчас заключение зрителями в интернете Бауа Удин. Да. Потом есть ребята, у нас есть еще время?
Только на смене? Не знаю, да. Хорошо, еще потом чуть-чуть я тебе дать вам возможность немножко начать что-то любопытное вместе. Окей. У Баба Вадиги знаете эту песню наверняка, да? Это мы поем тоже Рош ха-Шана и Йом-Кипур. И пришли потерянные, это в какой-то мере мы с вами, да? И пришли потерянные из стран Ашура, из Бавалдин, Эрес Ашур, Эха, Нитахи, которые были отторгнуты в Египте. Преклонялись, пришли, куда пришли? Сюда, в Израиль, в Иерусалим. И преклонялись Всевышнему в Иерусалим. Знаете, Даша, хороший конец недели, да, для зрителей, шалом, мы с вами еще продолжим, еще спасибо большое.